Маленькая победа на поле битвы с нелегальной рекламой. На минувшей неделе в эфире нашего телеканала мы рассказали о рекламном баннере, расположенном на торцевой стороне дома на улице 10 августа. Установлен он был давно и мало того, что не соответствовал требованиям дизайн-кода, да еще и оригинальную мозаику на здании частично закрыл. По этому объекту также поступали жалобы от жителей. Управлению муниципального контроля удалось найти собственника растяжки и заставить его убрать за собой. В данном случае у нас не возникло сложностей. Здесь главный вопрос всегда встает, это в установлении лица разместившего. Вот, в данном случае больших проблем не было, и мы нашли понимание, да, с другой стороны, о законности своих требований, поэтому не пришлось здесь как-то предпринимать много шагов. Но, к сожалению, так не всегда происходит.